Дорогие подписчики, сейчас мы там же находимся в Челябинской области, контактный зоопарк «Страусиная ферма». Лена, немножко расскажи, пожалуйста, о питомцах. Или вот, так, вот, да. Мы сейчас пойдем к африканским страусам в клетку вместе с Мариной. Марина, помашите ручкой. Фотография на память. Вот для того, чтобы пройти к страусам в клетку, мы с Мариной проходим технику безопасности. Девчонки серые, мальчишки черные. Страус вообще в переводе с греческого переводится, какие из них серые, какие переводится воробей верблюд. Вот девчонки воробей серые, мальчишки черные. Девчонки все влюбчивые, будут бежать к Марине, приставать. Марина, гладите по шейке, чтобы не приставали. Вот если Элвис, наш взрослый половозрелый самец, бьет себя крылом по голове, вот надо два варианта спасения. Либо прыгайте через забор, либо падайте и прикидывайтесь мертвым енотиком. Вот так же, да? Глаз открыли, страус ушел быстро через забор. Ударом лапы страус убивает льва. Сила удара 70 килограмм на квадратный сантиметр. Обалдеть. Подпрыгивает на 2 метра и лапой бьет сверху вниз. Не больно, не страшно. Может перепрыгнуть через вольер, получается. Он может просто сквозь вольер уйти, сломать его и убежать. То есть это для него нормально. Понятно. Так, сейчас я приглашу Элвиса. Кладите. Мы с девочек начнем? Не-не-не, кладите яйца. Кладите яйца. Перепелиные, держите. Мертвым енотиком как бы не хочется быть. Приглашу Элвиса. Это девочки у нас. Вот они серенькие такие. Да. Так, это у нас Элвис. Ой, какой большой, красивый. И Оливия. Так, вот, Марина, проходите, пожалуйста. Оливия? Можно я тут останусь? Давайте, мы технику безопасности для чего проходили? Так, Марина заходит под бурные аплодисменты к страусам. Вперед, он тебя все-таки ну, знает лучше. Да, хоть это так, и... Элвис, привет, сделай селфи. Элвис, селфи, селфи, Элвис, селфи. Красивый мальчик такой. Так, Марина проходит рядышком. Нет, можно заходим рядышком. Я боюсь. Заходим. Я боюсь, всегда боялась. Марина, проходим, пожалуйста. Всегда проходим. Я проходим, проходим. К хвостику. Поставлю. Ближе к хвостику, Марина. С краешку я поставлю. Доверьтесь можно? Мне. Это не рысь. Вот ближе, ближе, ближе. Марина, ближе к хвостику. Так, все. Ближе, еще сюда, ближе. Кладите на него ладошку. Марина, проходим ближе. Ближе, ближе. Вот ближе, да. Ближе. Прям на хвост. Так. Ну, еще ближе сюда, не бойтесь. Так, вот глазами посмотрели на забор, прикинули, куда будем прыгать. Теперь смотрим на меня. На меня, Марина. Ближе, ближе, ближе. Ближе, Марина, ближе, 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 ближе. Так, вот смотрите. Марина, проходите, проходите. Вот я сейчас отхожу. Если он крылом делает вот так, значит, мы либо прыгаем, либо падаем. Если никак не делает, значит, смотрим. Марина. Это было шоу со страусами, они у нас контактные. Можете погладить и потрогать. Ого, ты меня напугал. Элвис, сделай... Я боялась страусов. Сделай массаж Марине. Это команда Клёпочки. Помогите. Элвис, где Клёпочки, Марина? На самом деле, да, красивые птички. Всегда мечтала о страусе. Можно я выйду? Марина, потрогайте. Вот смотрите, страусы это... потомки вот динозавров. Да, вот держите, снимайте. Так. Вот у них двупалая лапа заканчивается мощным когтем. Да, вот. Говорят, достаточно сильное такое мощное вот оружие. Его используют как абразивное средство для огранки алмазов. Вот смотрите, ого. Вот один коготь. Ага. Видим. Вот второй. Ага. То есть это потомки динозавров. Это самая древняя птица на Земле. Это практически динозавр. Вот столько страусы, интересного всего. Страусы еще отличаются от других птиц. У них нету зоба. Смотрите, у них вот шланг гофра напрямую. Угу. И у страусов есть мочевой пузырь. То есть они ходят отдельно по большому, отдельно по маленькому. Понятно. Как-то так. В общем, у других птиц все получается наоборот. Страусы вообще такие индивидуальные красавцы.
столько много интересного. Большое спасибо, Лена, за твой рассказ. И даже я вот как бы я всегда их изучала, но вот так подробно и столько нового узнать, в общем-то, мне не доводилось. Хотя в интернете о них много информации, но она так различается друг от друга. А все-таки общение именно с живыми страусами и с хозяином дает большой опыт. Так что спасибо всем, друзья. Подписывайтесь на канал, заходите. Дальше еще интереснее будет. Мы еще не всех сняли. Продолжение следует.